ангел, ангел победы, ну, как Икар, такой вот, ну, тут понятно все. Вот глаза войны, то есть детские глаза, я не стал там коверканные лица, просто красивые глаза, один прячется за другого, то есть вот это нормальная детская реакция, вот, и такие красивые голубые, карие, зеленые глаза. Вот, посерединке блондинка, то есть вот я показал вот так вот, то есть вот не полностью лица, а глаза войны, вот они тоже символичные. И вот, вот это вот название темы «Глаза войны», вот они, глаза в виде мишеней, вот, мишени, да, вот, то есть вот я оружие не рисовал, а в принципе мишени, куда стреляет человека, я нарисовал в виде глаз, да. И вообще, сначала я хотел глаза как здесь изображены, да, и дальше хотел просто силуэт, нос нарисовать, брови, все. Потом думаю, это банально будет, и я взял ствол носа и брови в виде распятия тоже, как Христос за людские грехи. А ноздри, правая и левая ноздря, это оплакивание. То есть вот в целом она смотрится носом, силуэтом. А у меня более символичное, мирное ландышевое тело, естественно, вот эта кровь, глаза, и этот убитый душ, и костер. Ну вот единственный у меня символ, это вот пожар и кровь, как бы вот, но оружия, взрывов нету. Вот глаза войны тема. Это та же тема, врата смерти, то есть вот это вот символизирует вот смерть, с раздвинутыми ногами. А это души убитых людей, солдат, матерей, детей, которые улетают туда, вот перспективы, открытые глаза. И тут вот тоже звезды, кресты. То есть вот я как православный изображаю звезды, превращаюсь в кресты.